Уважаемый суд, я с вашего позволения начну. Измена – это всегда процесс, который заставляет нас чистить историю своей жизни. Как обширны ваши познания в этом вопросе? К вашему сожалению, только теоретически. Подозреваемый Петров, вы ходили налево? Да. Да, да! Фирма своя, тачка классная, жена красавица. Есть чему завидовать. Знаешь, как долго я его окучила? Он же женат на твоей. Славик. Слушай, подруги, двойной спрос. Точно никого не появилось. Только новых дел больше. Никаких новых дел. Слово адвоката. Ничего не стоит. В этом мире безупречен только мой бухгалтер. А то, что касается тебя, ты же знаешь, надо будет, найдем. Добрый день, Марья Васильевна. Тихо. Тихо, тихо. Звони жене и признавайся. Даже не думай. Звони. Пропаду на пару часов, прикрой меня перед Валькой. Это что такое? Меня интересует, изменяет она мне или нет. Я даже боюсь тебе представить будущее Ваня. Будущее Ваньки. Туманно. Нет, ну не может она мне изменять, ну нет. А где Ваня? Она постоянная, она в Сочи ездит в санаторий. Да почему ты ведешь себя как баран? Я пыталась с тобой поговорить, но ты же никогда не слушаешь, потому что тебе ни до кого нет дела. С утра король мира был. Все было. Семья, любовь. Опять зря биту взял. У любви свои законы. Стойте, туда нельзя. Главное в любви быть рядом. А ты на дело? На какое дело? Я на утренник. У вас же в музыкалке утренники бывают. У нас тоже. У бандитов? Каких бандитов? У пенсионеров.